И всем привет! Вот есть такая вот игрушка. Вот. Давайте поиграем, что ли? Контрабанду там выявлять. Я так немножко поиграл, чуть-чуть. Несколько дней этого обучения прошел. Вроде плюс-минус разобрался, что делать надо. Не-не-не. Мне, пожалуйста, новую игру. Так, можно это удалить? Выбор играли назад. Во. Так, обучение. Да, начнем с обучения. Улучшая квартиру, увеличивайте максимальный уровень восприятия и здоровья. Займемся этим делом. Но не сразу. Так, ну, по-моему, музыка громковата. Я вот забыл музыку настроить. Именно музыку чуть-чуть. Ты же сохранилась, музыка? Сохранилась. Так, пошли. А, Парису, мы вас чекали. Отойдет акаристанская контрогондра Ачкарикатка. Меномяно, комиссар Андреев. Это объяснение ваших Даниза. Альбат Шейто. И что псал, это официя, ач подпечта вас служный акту. Объявер открыто вас акту, это листо, ач политика рукнишко. Это по нем аж ли информации или отлично, ач лица. Подечли рука, это просите Альбат Шейто, сеяти тело на контрол гондра. Так, тут дело в том, что рандомно все. Голос, кстати, очень громкий, на самом деле. Так, тут вообще рандом идет по тем, кто приезжает. Взвешиваем. 1230. Товарищу командиру, давай свои документы. Послужный автоматичный компаратно инструменту, это контроль на связи тела мяно, это сигурозный на всем документам. Совпадает. Так, это вот восприятие наше. Да закройся ты. Так, здесь у нас... Так, вот закройся. Во. Так, начнем опять же. Это нормально. Это не туда. Вот, номер паспорта. Да что ты делаешь, блин? Соответствует. О. Тоже. 48 лет. Ну, как бы все нормально у него. Похож. Похож. Тут что, вроде совпадает. Паспорт, шмаспорт. Едь давай. Надеюсь, правильно все. Давай, следующий. 120 долларов накинули. Блин, я забыл больше день сделать. По времени. Борода другого цвета. Тут такая, а тут седая. Алло, братан, ты чё? Постарее, ну, что-то тут не то. 52. Что ты не похож на 52? Пошел нафиг. Ага, не соответствует. Ну-ка, ну-ка, бумажечку. Так. Вроде там плюс-минус, но ты все равно уже попал, дружок. Возраст не твой.
поддельные документы. А у тебя, смотри, лампочка разбита. Нет, не разбита. У меня инструмента никакого нет, я бы тебя сейчас бы ее разбил. А ну не бухти. Сейчас проверим, что тут у тебя. Ну, я больше ничего не вижу. Так, все, вали. Пора, что ошибка? Да, ошибка. Следующий. 660 килограмм. Так, ну привет, студент. Чё везёшь? Ну, отказ, нормально все так. Чё, ду... Ну, выходи давай. Так. Ничего вроде бы такого подозрительного нет. Закрой капот. Багажник. Ультрафиолетовый свет. Ничего нигде нет. Ну ладно. Так, с машиной разобрались. Теперь с тобой. Ты мне давай, куда ты там тычешь, студент? Так, ну похож. Так, у меня уже скоро кончится это восприятие. Так, вроде все как будто бы совпадает. Ну-ка, давай-ка еще по возрасту тебя пробьем. Да блин, не надо, отмень. Отмень его. 29. Да вроде все как бы подходишь плюс-минус. Так, все, персонаж устал. Разрешаем тебе ехать. Птички. Хорошего дня, давай. Не люблю грузовики. Но зато я все правильно сделал, как ни странно. Сейчас придется все вручную проверять. Потому что у меня кончились все эти.
Во. Как называется? Альбарак. Ну все, вроде все четенько. Документ совпадает, вроде, да? А вот и нет. А вот и нет. Одна буквочка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, едь уже. Не бубни. Нефиг с поддельными документами ездить. Но контрабанды у него никакой не было. Все, я спать. Пинь. Так, вот так, вот так. Ну, давай, спи. Чем раньше лягу, тем дольше он поспит. И больше у него будет с это на следующий день силой. Ну, в смысле, восприятия. Так. Так, возраст водителя 49, часть регистрационного номера 07 и уляу. Так, мы подозреваем, что водитель, который вчера не остановился для продукта, так. Получается, информация доступна в очередной партии контрабанды. Возраст 49. Давай. Заезжай, тюлень. 49, да? Документы. Вышел быстро. Студент. Знак, говоришь, есть, да? Сейчас посмотрим. Ага. Так, колеса надо все пересматривать. Да. О, так может быть у тебя еще что-то есть. Не, на колесах ничего нет. Так, пошли наш возьмем. Сейчас мы будем. Ты видишь это? Тюлень. Да, блин, а давай с той стороны зайдем. Так. Контрабанда, говоришь? Смотри мне, у меня нож есть. Так, больше я ничего не вижу. Серьезно? Вроде ж не было, я же заглядывал. Или я сюда не заглядывал еще? А не, я не заглядывал еще. Мне, кстати, не давали заглянуть. Все, дружище, ты приехал. Документы тебе заберу, я арестую. Все, сиди тут. А я пока улики твои выкину. Все, сиди тут, не шали. Я пошел дальше работать. Уже, да? Тут дурак еще там дергает, стоит. Уберись давай. Интересно, куда он машину дел? Так, 4 разных типа инструментов для вскрытия. Топор, вилы. Серьезно? Слышишь, валенок, выходи оттуда. Да прекрати ты там!
плевать. Так, буханка, заезжай давай. И что там еще? Еще какая-то машинка. Так, сразу колеса пробиваем. Отойти. Колеса, ничего, багажник. Бензобак я туда под машину лезть не буду. Так. Че это? А, поблескивает просто. Ну привет. Чего-чего? Так, вроде бы ничего не видно. Никаких змей нету. А у меня больше ничего нет. Двигатель у него там. Так, ну ладно, машина вроде у тебя все нормально. Давай документы. Вроде похож. А-а-а. Дружочек. Да. Уже два раза попал. И третий раз попал. Хотя тут вроде бы это не отметилось. Ну ты контрабанды у тебя нет? А въезжать я тебе не разрешу. Не там. Да, давай. Следующий. Сколько там весил? 2 тонны. Раз буханка столько весит. Ну, хотя у него железо. Одно сплошное железо. Ржавое. Оно не будет есть. Так, есть. Что тут у тебя? Ничего нет, вроде бы, насколько я вижу. Ничего. На колесах ничего. Что внутри? Тоже особо ничего нет. На бампере тоже ничего нет, да? Бардачка у тебя нету. И сиденья у тебя нету. Давай документы. Давай просто. Просто документы давай. Так, вроде похож. Звездочка. Блин, еще надо запоминать эти. Кто что за означает? Надо. Так, где? Да что там у меня тут новенького? А, там колеса можно резать. Новый материал добавили. Так, во. Звездочку ищем. Пролистал? Так, в смысле? А, во. Так, что-то... Акаристан. А, нормально. Так, чётенько. Пока все чётенько. Тридцать один. Не подходишь. Так, ну как бы все нормально, едь. Хорошего дня. Хорошего дня и вам тоже. Следующий. Результат нормальный. Я забыл его взвесить. А ладно. Пока в этом нет необходимости. А тебя мы взвешиваем. 1290 кг. Так. Не ты ли это, дружок? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, выйди с машины для начала. Дверь закроем. Чтоб ты никуда не смог свинтить. Так, сначала колеса проверим, если что, порежем их.
Гвоздодер. Так, еще внутри. А где? А, во. Сигареты. Ну, это не такая уж сильная контрабанда, как контрабанда, но... Слышь, ты мне там деньги движешь? Давай, 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 давай. Давай деньги. А кто тебя отпускал-то, алло? Слышишь? Ты никуда не поедешь. Тебя никто не отпускал. А я документы у меня не взял, да? Ты молодец. Надо паспорт сразу взять. В смысле? А ну открывай. Козел, блин. Меня сейчас оштрафуют. Четко принято. Считайте, что повезло. Всем отдыхать. А, ну, прокатило, да? Ну ладно. Надо отдыхать. Чем больше я отдохну, тем лучше. День надо больше все-таки сделать. Так, что там за взятка? Мне что-то как-то даже ничего не накинули, да? Взятка. Так это что, как это? Ну, сигареты я у него забрал. Я машину не заглянул. Может, у него там еще что-то было? Блин. Вот ты студент. Вот студент. Где там настройки? Игровой процесс. 75 минут. Борису, нам потреба освободить спадцы от поста, а с вас будет соявитель. Чё же? Данеза, перевозку заключников на работу и уагра... А, перевозка заключенных. ...перевозку контрабанду на полицейку базу. Увидите нашу спецкапитлада... Ну, привет. Студент. На выход. Наркоту. Или что там, короче, херню эту забираем. Сбагрим сейчас. Перевезу контрабанду, все будет хорошо. Ну, привет. Чё, как? Никак. Так, ты уже там сидишь, да? Контрабанду я не буду вылаживать, у меня ее в кармане нам помещается. Выключи. Ну чего там такое? Нет, все-таки он требует с меня, чтобы я туда положил. Как скажешь. А топорик я у тебя заберу. Карта мне вот сюда. Спрячь монтировку. Так, фары есть? Потому что еще вроде как немного темновато. Нам туда. Все время прямо, в принципе. Ну, плюс-минус. Ой, ёп. Я его не видел. Так, это гостиница. Ну-ка, ну-ка. Жигули стоит. Ну-ка, ну-ка, выключай. Тут банда, по-моему, вот эта вот сидит. Чё, как? Отойдите. Вадьвазиду. Блин. Ну ладно. А гостиница-то с разбитым окном. А, так она заброшена, походу. Ну да. Гостиница-то заброшенная. Ты там слышишь это? А то он сбежать может. Так, короче. Поехали, нифига тут нет.
Блин, вот это вот, я ни черта впереди не вижу, во. Из этой стойки, блин. Разве она такая широкая? По-моему, она не настолько широкая. Так, здрасте, я ваша тетя. Похоже, время грозы, попало дерево. Ничего страшного. У нас есть интересный инструмент. Топор называется. Куда? Давай, давай, может сломаешь дерево, а? Ты чё, козёл, делаешь? Я за тебе все колеса пробью. Куда собрался, а? Блин, топор покоцал. Да, инструмент, конечно, ломается очень быстро. Ничего не скажешь. Ну, мы его продадим, купим новый. Наш все равно посылает туда же. Управлять машиной как-то не очень. Камни, говорит, может упасть. Я как вижу Ниву, у меня сразу скам вспоминается. У меня же там Нива. Так, а вот мы и приехали. А что так резко посветлело? Можно выключить фары. Так, смотри, топор. Дверь закрой. Так, забирай своих тюленей. Еще бабульки дали. Все, я поехал. Нет инструмента, нет контрабанды, говорит. Тут совсем погода сразу другая стала. Не, ну прикольная игра, ничего не скажешь, мне уже нравится. Фара можно, наверное, включить, да? А что случилось? Я только отпустил глаза, чтобы включить фары, и машина резко остановилась, стукнувшись. Так, нам туда? Да, нам туда. По-моему, я кого-то там бортанул сзади. Хотя я не уверен, что именно сюда надо было ехать. Но я думаю, мы там сейчас повернем, да нормально будет. Какой узкий мост. Спидометр, главное, работает. Бензин не вижу, где там. Батарея. Что-то там. А бензин где датчик? Я не вижу его. Вот это что ли? Он вроде полный. Вообще на масло. Маслинка вроде нарисована. Ладно. Немножко я не туда повернул, но нам все равно в ту сторону ехать надо будет, так что паркуемся тут. Я же не устукнулся? Вроде нет. Да не. Так, ну привет. А да? Так, у тебя лопаты, говоришь, есть, да?
Так, мы продадим этот топорик и купим у него ножик. И ножик мне сейчас больше нужен. О, хороший ножик. А пистолет у тебя есть уже, да? Два косаря, калаш стоит. У меня даже пистолета нету. Мне его, интересно, дадут или нет? Не буду пока покупать. Может быть, мне дадут автомат. Так, что происходит, а? Мне показалось, что машина дёргалась. Как будто её кто-то поцарапал. Я мне туда полез. А, так, подожди. Я туда повернул. Ну, плюс... Столб! Так куда ты, блин, я... Не на те кнопки нажал. Вместо того, чтобы назад, я направо нажал. Не попал. Нет, ты попал как раз. Потому что машину тоже побить можно. За это все... За все платить надо вообще, за все в игре. Что это тут за контраб... Лесопилка. Посмотрим. Бухают тут. Ну, бухает это ладно. Все, поехали. Денег у меня не так много. Хотелось бы, конечно. Ты точно туда едешь, куда надо? Да. Возможно, в обучении не ломается машина. Потому что я уже два раза черканул там по машине другой. И сейчас вот, пожалуйста. Да не бухти там. Может, шарик поехал. Отлично. Ну, пошед говорить с офицером науковым, аж приказный его всем забрану контрабанду. Но также аж можно повзять все за посредство аж в газную машину. Так, давай, я тебе сейчас барю контрабанду. 90, это я только сюда. Теперь летите обратно. Плюс-минус. Так, а тут можно повернуть или надо выезжать обратно? Можно повернуть. Интересно, этот что там стоит. В обучении, по-моему, машина не ломается. Так что можно пока подурачиться. Наверное, не ломается. Так, она же двигатель, да? А ну проверь. Да. Она же двигатель выключается. Едем. Я даже ни в кого не врезался. Не обгоняй на повороте. Особенно, когда навстречу грузовик едет. Или буханка. Давай. Да не. Эта колмага, блин, нифига не разгоняется. Вон этот ржавый Жигули, то быстрее едет. Он реально ржавый ездит. Блин, вот как, что можно видеть, если видишь, что ты только стойку, блин. Толстенную на пол машины. Так, ты едь, а мне туда надо.
О, отлично. А ты, ты все сюда забрал, да? Хорошо. Что, спать? Надо набраться сил. Ну да, я еще плачу им зарплату, блин. Содержание в том... А, вот я треснулся, да? Угу. А, бензин, наверное, короче... Так, зарплата сотрудникам $15. Содержание собственности $80. Купленный предмет минус 100. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.